Так, ну что, Женька, я тебе обещал мотовила. Держи. Три таких, ну, большие. Ну, как они называются? Эти. Да. И вот эти вот мои. Вот они рисунки, которые в упор. Можешь поприкалываться. Живой. Смотри, да? Чем нарисовано. Ну вот. Так что. Бери, пользуйся надолго. Видишь, эти потоньше, чем те помнишь, которые были. Эти, ну, можно на годика два, может, хватит на три. Нет, главное, чтобы когда я вдавлю, чтобы она... А, нет, так она не сломается. Она же, ты знаешь, я же не делаю такие длиннющие. Я же делаю, как обычные, такие же, да? Как и те, ну-ка. Вот, смотри, вот мои старые. Вот мои старые. Ну, чуть-чуть подлиннее, наверное. Ну, нет, вон, видишь. Одинаково. Да. Только, видишь, толщина просто. Два раза. А ничего, она нормально выдержит. Зато не убиваемая. Не говори. Так что, пользуйся. На здоровье. Нравится? Да. Ну и слава богу. Так, друзья мои, короче, у нас рубрика готовки еды. Даженька? Да. Сейчас мы что-нибудь приготовим вкусненького. Оставайтесь с нами, и вы все увидите. Но не попробуете. Би-би. Мы сами будем кушать, Женька, да? Серьезно. Так, ребят, смотрите. Короче, взял вот эти вот медальоны. Вот эти вот медальончики. Вкусненькие. Возьмем медальончик этот. Снимем его со шпажки этой. Шпажку мы, конечно, выкинем сразу. Она нужна больше. У этих шпажек мульон. Мульон алых роз. Так. Нарежем вот на такие штуки. Женька, будь так любезен, дай мне, пожалуйста, сковородочку эту, которая стоит. Там, вот сюда ее поставь. Аккуратнее, аккуратнее, да. Вот сюда ее поставь. Вот так. Все, спасибо. А, еще, знаешь что, залезь в холодильник. Там достань растительное масло вот здесь, да. Не оливковое, а такое растительное. Обычное. Такое? Ага, да. Точно. Вот, наливай его сюда. Да, открой. Я сейчас брызну. Давай, наливай. Наля побольше не ссы. Много не бывает. Не говори. Все, хорош пока. Все, убирай. Все, ребятки, вот смотрите, вот так вот, короче, мы это все делаем. Короче, примерно получается, они сейчас обжарятся, эти штучки. Потом мы, короче, закинем туда томат. Томат, в смысле, это будет, как их, помидоры. Помидорки помидорные. Вот. Сейчас мы нарежем. Готовим. Смотрите, мы готовим. Мы дома, ребят. Нифига не на улице. На улице мы готовить не собираемся. Зачем, если мы тут рядышком живем? Правильно? Нафиг нам надо на улице тусовать, если мы можем прям в квартире все это красиво делать. Так, нам, короче, одной штуки хватит, Женька. Одного медальона. Много не будем, да? Все равно не сидим. Если что, мы потом сделаем. Нам тут, так скажем, тусоваться еще. Так. Целую ночь, да. Вот так. Мне потом еще этого гада вычислить надо. Так, ладно. Все, ребят, нарезали эту штучку. Сейчас вытрем ножик. Это мы положим. Лишнее положим в холодильник. Так, вытрем тоже вот эту штучку. Так, немножечко. Вытрать нам. Ага. Так. Короче, начистим две головки лука. Лук. Пока по рыбе у нас, ребят, пусто. Почему у нас? А? Паша же поймал. Я про нас говорю. Паша это отдельный. Но он же был с нами. Индивидуум. Он был с тобой.
вышли собрали, да, его лимонадки-то? Ну как? А что, ты собирался, да? Считай. Нет, я не собирал. Я у него трубенки замотал, он у него все колокольчики поснимал. А твои что ли? Нет, его. Ой. Не умеет немножко. Понятно. Ну там еще полчаса стоял. Ясно. Так, все, ребятки, идем сюда. Идем сюда. Ставим на огонь, так скажем. Включаем на полную мощь, шестерочку. Делаем. Все. Пускай она себе тут пока шкварчит, кипит, бурлит. Мы с вами же обратно возвращаемся. И нарезаем. И нарезаем лучок. Лучок мы будем резать полукольцами, как я люблю. Ой, я люблю полукольцами. А ты что делаешь? Записываешь? На ус наматываешь? Что Славка говорит? Вот полукольцами, ребята. Вот так, короче. Хопс. И вот. Хоп. Вот такими. Все, это ложим сюда. Ну и так поступаем с остальным лучком. Так, еще один лучок. В интернете тут сидишь, да, Женька? YouTube. YouTube, YouTube. Да. Кого смотришь? А вот не скажу. А потом сейчас скажет реклама. Ну я сейчас спросил, кого ты смотришь. Так, можешь шепотом сказать мне, чтобы, так скажем, никто не услыхал. Глаза вообще классно долбит. Ой. Так, все, ребята, очистили. Потом будет вот это чудо у нас. Это у нас, короче, помидорки. Как они, дамские пальчики будут. И если я найду эту штуку, то точно будет оно. Ладно, нет, не будет. Без него. Пусть будет без него. Без чего не скажу. Так, все, ребят. Тут пока у нас готовится. Сейчас возьмем эту палочку-выручалочку. Палочку-выручалочку. Я... А, здесь уже. Вот. Слушай. Все, пускай пока. Все, ребятки, чуть попозже. Чуть попозже увидимся. Так, друзья мои. Слушайте, зашкварчало. О, закипело. Красота. Пускай готовится. Короче, оно должно приготовиться. Считайте, ну, короче, полностью должно оно уже быть готовое. И потом, не полностью, а до половины. Потом кидаем лук туда. Ну, потом увидите дальше, что будет. Так, друзья мои, короче, жарится. Все уже готово почти, так скажем. Сейчас берем быстренько лучок. Закидываем мы его туда, этот червячок. Ю-ху! О, луку будет. Короче, будет, Женька, обед у нас. Или как это? Ужин супер-пуперский. Тебе только мама еще не готовила. Мама передает маму себя. Вообще я все передаю. Да, если передавала бы, да? Чувствуешь, да, Куша? Да. А ты потом это хотел. Включи это. Маленький. Ну ладно. Короче, я кушаю, да? У него, когда скажи, бываю.
Женя, дай еще масло, пожалуйста. Будь добр. Открой сразу мне, я сам тут на это насыплю, потом поставишь вот туда. Ты мне главное открой, дай мне его. Открой. Угу. Все, ребятки, еще масло. Чуть-чуть побольше. Вот так. Все, Жень, можешь его видос. Выпить? Хочешь, выпей. Ничего такого серьезного не будет. Пойдешь только немножко. Поговоришь с унитазом. И все. Так, ладно, мы кушать готовим. Есть, выбрали ее. Ничего, воды. Все, взяли. Так. Открой эту штучку, стул отодвинь. Ага. Будь другом. Отодвинь стул. Открой правую дверку, которая ко мне ближе. Ко мне. Видишь, вот эта штучка стоит? Как дельфинчик. Да-да-да, приправа. Вот эта вот. Желтенькая, типа как она там. Вот. Не желтенькая, какая она там. Непонятного цвета. Все, сейчас я. Твоя фирменная, так сказать. Твоя фирменная, так сказать. Да, Дрюня тоже ей пользуется. Держи. Все, так же, поставь и закрой, пожалуйста. Все. Все, классно. Спасибо, да? Теперь мы, смотри, наливаем сюда, смотри, водички. Ребят, смотрите, наливаем сюда водички. Чуть-чуть, совсем. Все, ставим это тушиться. Да-да-да. Потом он это все обжарится. Будет красота. Потом делаем туда вот это. У нас же камера запахи передает, чтобы ребятам было все слышно. Ну надо мурлыкать, так мур. Чтобы они там утонули в своих деревьях. Так, ну. Друзья мои, смотрите, как оно шкварчит там, кипит. Ух, красота какая. А пахнет, вкуснятин яд. Женька там, блин, уже слюней обошелся, да, Женя? Я сам тоже слюной уже покажусь. Ну ничего, потерпим. Так, ну что, друзья, вот готовится потихонечку. Смотрите на эту счастливую личность. Вот на этого человека счастливого. Расскажи, Жень, как? Вкусно как? Вкусно, да? Ну, слава богу. Кстати, друзья, мы сейчас смотрим с Женькой. Вот он, чемпионат мира. Проходит в прямом эфире, вон прямой эфир, чемпионат мира по боксу. Тут наши два бойца будут бороться с этими, с америкосами всякими этими, мухоморами. Так что мы тут и готовим. И болеем. Болеем, как скажем, болеем так. Не так болеем, а больной, болезнью. Вот, а нормально болезнью. А ты, Димон, мухомор, блин, уехал? Вот так бы сейчас бы тоже бы сидел бы и кушал бы, блин, болел бы с нами, да, Женька? Блин. Ладно, ребят, вот готовится, короче. Темно, да, извините, у меня тут, ну, тут у меня света нету такого. Приходится фонариком немножко подсвечивать, ну, ничего страшного. Главное, что видно. Так что сейчас помидорки пойдут скоро в ход. Ждите. А, кстати, да, сейчас уже и пойдут. Так, друзья мои, вы не обращайте внимания, за кадром текстом, короче, идет. Сейчас я это неприятные болевые точки. Вложу помидорки. Очень, кстати, нередкий случай, когда пропуская вот за ухо немного, спортсмены оказываются на полу. Да. И это все так и было. Наряду с височной областью и подбородком, вот, наверное, одна из самых уязвимых частей на голове человека. Причем такие удары. Короче, ребят, давайте сейчас помидоры положу. И продолжим. Так, все, друзья, короче, помидорки нарезали. Точнее, прибрежем. Сейчас мы все это разбодяжим. Сейчас мы все это разбодяжим. И добавим еще один ингредиент. Ну, он как бы два его, но получится из него один. Так, ребят, все это готовится. Так, где у нас фонарик? Из пяти своих поражений Рокамон Т4 потерпел нокаутом, поэтому здесь образцом стойкости и угрозы не назовешь.
достаточно недружелюбно ведет он себя на ногах, то есть неустойчив. Поэтому вот мы сейчас видим, вот так вот. Они достаточно архаичны. Все, круто. И через буквально 5 минут добавляем другой ингредиент. И все. Только посолим немножечко. И блюдо готово. Друзья мои, наверное, я думаю, вы поняли, что за ингредиент у меня. Еще один. Вот этот вот. Желтенький, желтенький. Все. Сейчас, короче, я добавляю соли, все это размешиваю. И буквально чуть-чуть помешиваю, оно свяжется с этим совсем. И уахуаса, красота будет. Так что, ребятки, не прощаемся. Продолжение следует. Так, все, друзья мои. Плитку я отключил. Все, готово. Считайте, что уже вот так вот помешаем немножечко. Ну и все, можем убирать. Все, друзья, готово. Вкусняшка. Так, друзья, вот такая получилась вкусняшка. Вот такая вот вкусняшка у нас получилась. Как раз нам на две тарелки. И, друзья мои, наш выиграл, короче, америкоса. Смотрите, как ему рассек он всю рожу. Круто! Ю-ху! Все, ребят, всем приятного аппетита. Ну и до встречи. Не прощаемся, потому что наш видос продолжается, да? Мы отдохнем немножко, сейчас покушаем. И потом где-то часа час-два пойдем на рыбалочку, на проверочку. А то это мурло, которое там было, может, проверило. А может и нет. Да, а мы его там, да, дыдыч. Ладно, ребят, давайте. Смотри-ка. Так, ребят, всем привет. Вот мы, Женька, идем в очередной, как сказать, заход с проверки на наливом донке, да? Вчера, конечно, повеселились, выведали все. Ну, так, вот так, когда Димон приезжает, так всегда бывает. Ему скучно. Дома одни девки вроде как. А или сын у него вроде, я не помню. Вроде сын. Ну, маленький. Вот. Вчера вы сами слыхали, когда я кричал на одного черта, хотел бы проверить у нас донки. Ну, я уже вычислил тут, так что, ребят, его настигнет кара. Я его каждый день вижу. Вот. Так что мы его немножечко прижмем к стене. Или к земле. Вот. Чтобы ручонки свои загребущие. Что ты ходишь по этому? Вот одень какая шапку. Ребят, он только переболел, блин. Вот это вот чудо. Смотрите, без головы ходит. Надеюсь, твоя мама увидит это. И тебе кирдык делает. Ну тебе кирдык сделаю. А? Ну тебе кирдык сделаю. Почему мне-то? Ты же не одеваешь. А я-то почему? Я вам говорю на камеру, чтобы ты одевал. А так. Тебе кирдык сделаю за то, что ты... Ты чё? Я имею право, я же взрослый человек. Главное, что я тебе не давал улькнуть. Так, ладно, ребят, не об этом речь. Не трогайте эти блюда. Сейчас, короче, дойдем. Ух ты, слушай, что-то следы какие-то видно. Что, тут пойдем? Пойдем тут выйдем, да? Посмотрим. А ты видишь, как он ходит? Он ходит не здесь, он ходит вот там. Там. Потому что он тогда там проверил меня. Сидя, пошли. Зилька. Вот он, Зилька. Мухомор, иди сюда. Зилька, пошли. Ладно, ребят, там включимся. Так, ну что, ребят, вот вы пришли. Что там, Женя?
женщина. Даже не головушки. Ух ты! Зацепил обе. О, все съедено, да? Мелочь гадская. Там тоже пусто? По ощущениям. Скажи, если билась бы, уж давно бы наверх вылезла, да? Это вообще не скушали? А? Запутаешься, блин, сам в своей леске. Не, нет, это же она есть. Да это она у тебя есть. Нет разве? А что-то без палки там одна. Ешь там, да? Грязи, да, конечно, полно грязи идет. А как ты думал? Дай бог, отгляжу. Давай ее, тащи. Что-то ты тихо тащишь. А? Жив-здоров? Вдох? Я не слышу. Ты погромче говоришь, ты же с камеру разговариваешь, а не так. Что, выкидываешь? Конечно. Все, до свидания. Ты ешь сам. Сейчас представляешь, такой хам, здоровый такой наливяка. Женька, скажи, я на него сразу прыгнул, скажи, ты, папа, что не грыз? Да? Почему не попался? Это та, да, которая? Поставь палку. Сейчас осёл перепутаешь. Оставь лучше так. Все, оставь, оставь, оставь. Ты сейчас порвешь, оставь. Леску съели? Так леску и не должно быть видно, по идее. Надо было там ставить. Здесь больше нету, я же тут стоял. Тут ни хера вообще ничего не ловилось. Кое-кто. Чё? Так он же уехал потом. А, он меня не смотрит. Надеюсь. Я же его забанил. Так что он меня не смотрит. Так, ну чё, Димон? Посмотрим, как твоя тут палка-выручалка. Чё? Сожрали, что ли? Ничего себе. Оба-на. А кто его так погрызкал? Короче, просто этот заберем. Дай-ка я вот эту штуку заберу просто. А? Димон. Леска у него интересная. Смотри. Такая классная. Черно, какая-то белая. Ну, скажем. Сейчас полосну эту фигню. Так, теперь что, моя очередь, да? Начинается. Потом твоя. Опять, да? Там две штуки, да, у тебя? И все, да? А еще там тебе найти еще надо. Там где-то одна заброшенная еще есть. А я вообще палочку позаимствую. Чего позаимствуешь? А, это да. Я говорю, вчера, да, такой подхожу, а у меня прям трава вот такой. Но вот эта трава такая. Уй-уй-уй-уй, прыгает. Здесь прыгает. А? Да? А где ты там? Я вчера с этими прыганиями, попрыгуниями, блин. Кто-то нарочно все делал.
Не знаю, нету вообще, по-моему, ничего. Тишина. Смотри, даже никто не глотанул. Может, действительно встать здесь? Да? Еще раз. А что мне? Тебе ты что? Да. На неделю опять придешь. Ну-ка, увидь, как тут грязь. Вон тут особенно. Да-то ладно. Вот это вот грязюка. Давай-ка эту оставим здесь. Действительно, тут вроде как не он не видит. Да? А там пофигу, вот эту главное. Вот это. Да, хрен на него. Там так уже не распутай. А не надо хотеть. Так, что там с червем? Не видно этого? Ничего в порядке. Видишь, торчит. Здесь. Какой порядок. Вот этот амбробена, который у тебя. Ты твой, который. Здоровый. Вон, который говорил, я здоровый. А, это черноголовик. Который здоровулька. Черноголовик, да, белый он, не черноголовик же. Ну это он уже в воде тут. Его когда копаешь, ну все, голова. Вытаскивай голову свою. Черножопую. Так, тихо. Где тут? Давай. Ну почти что. Как и надо. Да, он чуть-чуть фигня сейчас снесет, как положено. Что-то много. Ой, что-то много, Женька. А? Назад что ли перезакинуть? Или. А нафиг. Надо будет. Так мне, да? Вот так вот. Все. Я вот так вот делаю. Сейчас. Он зашкерил, что, донку? Прям не выделяется вообще. А? Не, он тут. Просто лень ее брать. О, видишь, значит далеко. Вот она. Не знаю. Первый раз я тебя слышу. Не знаю, серьезно. Сейчас тут опять какой-нибудь белорыбица клюнет. Где белая клюва? Угу. Белая козявица тут клюнет. А что, закидать у вас не будешь? Не. Это я сниму. Или что думаешь, закинуть? Не знаю. Пусть будет. Тебе зачем? Ты же придет все равно. Да? Ну давай, ладно. А вдруг, да? Кстати, днем будет белая клевать. Я уже отпускать его не буду. Нормально. На жарешку пойдет. А что, вот это тоже нормальные были? Ну. Ладно, чтобы эта подлюга там не смотрела где-нибудь в кустах. Ладно, без глупости говорим, нельзя людей насаживать живых. Так, вот тут стоит. Нету, как это нет? Вот она. Не трогай, не трогай, не трогай. Нету. А это что? Ой, а что так закопано-то? О, как несло. Да ладно. Не пойму. Что-то не пойму. Как туго. Ух ты. Не, что-то зацеп какой-то. Что-то зацепил еще одну. Второй дом. А? Второй дом. А какую? Не знаю. Может, даже мою получилось. Твою не можешь получить, потому что там еще моя. Моя? Твоя. А как она тут оказалась? Ее оттуда снесло, что ли? А почему так-то? Ну. Слушай, а почему так ее закинул сюда? Ну, сюда,
не мог человек наш друг обидеться на меня? Паша. Паша? Паша не трогал. Ладно, пока отключусь. Может быть. Да нет, это не налим. Налим так не сделает. Так только мелочь сделает. Ну тут песок, что? Мелочи тут дофига. Ну что, нашли, ребят, донки, короче, еще две. Одна, правда, была до свидания, говорит, уже вчера. Зачем оставил, только непонятно. Я же ее потерял. Так надо было найти, палку взять, да и. Не, я сказал, я утром все найду. Так меньше было бы вот этого всего. Что ты, червя в воду пускай едят. Рыбкам тоже жрать надо. Короче, вот такие дела. Они наказаны. Короче, у нас сегодня по нулям, ребят. Все, кирдык. Даже что-то это. Что-то вчера кто-то нагрешил. Явно не мы. Не мы грешили с тобой. Что порвал? Так там у тебя уже, наверное, ей. Менять уже пора. Тысячу раз. Она уже... Сколько ей тысяч лет? Ладно, ребят, на этом, короче, будем заканчивать свой видос. Ну и все. И, как всегда, по традиции. Славка с вами, Славка на связи. И мой канал Сыктывкар, Фишинг 1. Все, ребят, всем пока, всем удачи.